тут что произошло? Ее никто не поддержал. И это очень важно, чтобы, когда происходят вот все эти депрессии, сложные моменты, когда ты вот, не знаю, что, ощущение, что какая-то черная дыра вокруг тебя, ничего дальше не будет, запрещено находиться одной. Важно, чтобы в такие трудные моменты были близкие люди рядом, которые смогли бы поддержать. Всегда есть разные пути решения проблемы, даже когда совсем все плохо.